Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы посмотрим с вами игру, которая называется The Wicked Days. Это у нас, походу, выживалка, видимо, в зомби-апокалипсисе каком-то, и давайте посмотрим, что же игра из себя представляет. Погнали, нажимаем новую игру. У тебя есть 15 минут, бро. Вот твое задание, мансарда, все строго засекречено. Никто не знает, что творится в этой проклятой дыре, поэтому мы посылаем туда лучших. Будь предельно осторожен, мансарда. Мне не нужны трупы американцев посреди этих сраных джунглей. Где-то в юго-восточном Вьетнаме. До точки, указанной на карте, осталось считанные мили, сэр. Отлично, дальше двигаемся пешком. Какого черта? Что это за огромная штуковина? И что за странное освещение? Какое-то нехорошее предчувствие у меня, сэр. Держите стволы наготове. Кто это такие? Что это вообще? Говорят по-английски. Спустя 27,5 лет. Странно, почему спустя 27,5 лет, если написано 15, да, озвучка тут, конечно, веселая, с приколами. Итак, опа, какой-то дедуля сидит. И что же он тут делает? О, у него ритузы порваны. Так, и мы им играем. Вот так вот, да? Ну-ка, подняли. И что, мы можем, типа, пострелять? Ух ты, прикольно. Ладно, не будем тратить тогда патроны. Пойдемте посмотрим. Ух ты, мы можем бегать. Дерьмище. Что, дед, что тебе не нравится? Ой-ой-ой, и куда же? Куда-то рухнул самолет. Вот это хреново. Так, давайте сбегаем, посмотрим. Так. Подождите, я пытался найти пистолетку, который пропал у меня почему-то. Опа, это кто такие? О, нифига, это зомбаки. А ну пошли, пошли нафиг. Так, подняли ствол, во. Со стволом будет как-то спокойнее. Какого хрена, что за тварь? Нет. Ой, блин, нифига, это зомби. ЛБ. Ставим мины, ну-ка, чё, кто-нибудь на них попадется? Давайте еще одну вот сюда положим. Ну-ка, гули-гули. Нормально. Бах, бах, бах. Блин, да ты не по тем стреляешь, ты уже по мертвым стреляешь, дедуля. Так, это что такое? Трость мы нашли. Ну-ка. Так, и куда же нам бежать? Ух ты, телефонная будка, кажется. Кто-то мне звонит. Проснись, Марвин. Да я же не сплю. Кто это? Следую за желтой уточкой. А. Понятно, это у нас отсылка к Нео, да, следуй типа за кроликом, а тут за уточкой. Так, нормально. Я всем тут понаставил хедшотов. Это что у нас такое? О, Эллисон. Это у нас дробовик. Задание выполнено, засланный друг. Так, запчасти. Короче, тут куча всего надо собирать. Нифига себе, тут надо внимательно все осматривать. Кучу полезных вещей тут может лежать, которые нам могут пригодиться. Вот, например, сюда мы можем зайти, а тут хренак и патроны лежат. Окей, дальше нам, видимо, вот сюда куда-то надо идти, на кукурузное горящее поле. Но прежде мы еще вот сюда в парничок заглянем, что это такое. Спрятанная какая-то хрень была, хайдлут. Так, о, самолет вот куда упал, нифига себе, чувака разорвало, тут один вообще сгорел. Так, патроны взяли, и... Так, не тот самый Сойер. Прикончи этого парня, не понял. Ох, ни хрена себе. Да, это реально не тот Том Сойер, о котором пишут в книгах, это чё-то... Так, использую ворот. А если я не хочу? Вообще. А, еще бы на него нацелиться. Опа. О,
О, на бомбу попал. Так, что-то у него с патронами вообще беда. Так, ой! Так, походу нас сейчас завалит. Так, аптечку съели. А где моя клюшка? Почему? Да, блин. Так, мины у меня кончились. Патроны. Нифига себе, он шустрый. Иди сюда. Ну-ка, подбеги ко мне. Вот тут минка еще стоит. Отлично. А, во, я еще минку поставил. Давай, иди сюда. Беги ко мне. Охренеть, жесткий тип. О, я еще одну поставил. Давай. Я тут. Я тут, верзила. А, не ожидал, да? Так, еще одну минку вот сюда поставим. Да, с минами проще. А, блин, вовремя ты перезаряжаешься, дедуля. Так, ставим еще одну мину. А, у нас мин-то нет больше. Блин, он меня убил. Зашибись. Вот так вот. Так, а мы же сохранились, да? Можем вот с этой точки начать. Сейчас попробуем его замочить. Так, окей. Иди отсюда. Так, ну... Кстати, мы же дробаш взяли. Почему мы его не могли использовать, непонятно. Ни хрена непонятно. Так. Тут все забрали. Так, зомбаки. Господа. В голову прям нормально. Дедуль у нас, конечно, лютый тип. Так, ну чё, попробуем из двухстволки его долбить, да? Думаю, урон-то побольше будет. Все. Давайте Томас Сойер этого. Сейчас завалим. Так, иди ко мне. Опа. Нормально, кстати. Двустволка-то бьет. Так, еще минка. Давай, иди ко мне. Не ожидал, да? И последняя минка. Ты прям на нее сам набежишь. Я даже тебя... Ой, промахнулся. Ну-ка, иди сюда. Иди, вот она, минка. Давай, прям беги на меня. Бах. А чё ты, блин, ты перезарядиться решил? Ну, ты чё, в кулачный бой? О, дед не... Слушайте, а дед непростой чувак. Супер вьетнамский удар. Не кисло он такого. Вот это да. Неожиданно. Блин, дед сам охренел, как он так сделал. Окей. Так, мы типа можем теперь супер удар делать, да? Давайте пилу возьмем. Так, хотя не, а зачем мне пила? Так, вот опять я переключился как-то на кулаки. И потом, получается, когда после кулаков я ни хрена не могу оружие взять. Как-то странно, на геймпаде тут это работает. Так, нож. Блин, или нож взять. Давайте попробуем с ножом побегать. Хотя, мне кажется, монтировка лучше бьет. Так, хорошо, двигаемся дальше. Надо внимательно посмотреть, что тут где можно найти. В принципе, тут больше ни хрена нет. А мину мы подобрать свою можем. Блин, слава богу, мы хотя бы от нее не взрываемся. Так, о. Вот
Отлично, броник. Броник — это прям тема. Так, обязательно сохраняемся. Так, ага, тут у нас что-то горело. И чё, в тачку надо сесть, серьезно? Охренеть, да ладно, мы можем еще на машине ездить, прикиньте. Круто. Ну-ка, давайте-ка. Так, я кого-то вижу. Я кого-то вижу. В магазине. Как... Эй, так. Чё за нафиг? Так, там кто-то стрелял. Давайте попробуем через задний вход зайти. А, чувак. Чувак сдох от этого зомбака, что ли? Давай, добивай его. Добивание. Чил. Все. А у этого чувака что? ВПС. Так, ой, я ВПС хочу. У меня типа автомат будет. Нифига себе. Крутяк. Только как его достать, непонятно. О, еще печатная машинка. В смысле, печатная машинка — это автомат. Он тот, видимо, так называется, да? Еще одна будка для сохранения. О, нифига себе, бензин нашли. А как его? Так, заправить. Ну-ка. Мы заправили? Мы, по-моему, в машину сели. И я до сих пор с этой канистрой хожу. Открыть багажник. Открыл. И сесть. Подождите. Тут как-то странно. А, заправить. F и F. Да серьезно, я не могу заправить. Ладно, хрен с ним. Давайте разворачиваться. И я даже не знаю, куда нам поехать-то. Наверное, вот сюда. О, нифига себе, что тут творится-то? Откуда у вас столько тут, чуваки? Так, я думаю, лучше там не останавливаться. Ё-моё, тут не лучше. Так, а тут люди у нас. Чуваки, я пришел с миром. Так, вы по мне стрелять не будете? Открыть огонь! Да вы чего? Я ж живой, вы охренели, что ли? Совсем? Совсем больные. Охренели совсем. А за что? Типа только из-за того, что я типа из зараженной зоны, что ли? Охренеть вообще. Классно меня люди встречают. Так, чё тут? На. Так, блин, ты перезаряжаешься очень долго. А, блин, тут по одному выстрелу из этой грёбаной двухстволки. Хочу автомат, во. С автоматом как-то приятнее ходить. Чё это такое у нас? Пистолетные патроны. Отлично. Ой-ой-ой, так не будем тратить. Ух ты, будка. Тут надо везде сохраняться. Блин, не на ту кнопку вечно давлю, еще к управлению не привык. Ты... О, это что такое? Какой-то вход в байк-клуб? И где все? Чувак, я тоже не знаю, где все, но тут офигенная тачка стоит, в котором можно сесть и свалить по-тихому. О, даже можно фургон этот взять, походу, да? Или нельзя? Блин, нельзя, жалко. А, чопперы стоят, офигеть! Но их взять нельзя. Так, нашли новую особенность. Reduce gear. Так, канистру опять взяли. Канистру-то мы взяли, это хорошо. Так, а тут еще один дом, ё-моё. Так, давайте вот эту машину заправим. Заправить. Вот как ее заправить? Вот, смотрите, мы открываем багажник, он закрывается. Да хрен его знает. Брось-то нахрен эту канистру. Погнали в байк. Да, кикстенд. Кикстенд. Нифига себе. Давайте зайдем, посмотрим. Сейчас, наверное, нас тут тоже лупить все начнут, да? О. Так. Бармен, поговори. Чего тебе? Вы вообще в курсе, что у вас там блокпост военных? Да, в курсе мы. А тебе что надо? Холодного пивка марки Чанга в чистой кружке. Ха-ха. А мне нужен глу-момент, чтобы уладить одно дельце. У него самого сейчас проблемы. Если согласишься подсобить, могу сказать, где он. Ну ладно.
«Услуга за услугу. Где он сейчас? Знаешь, где трейлерный парк? Отлично, вот туда и топай. Только учти, там будет жарко. Так, нам задание дали, да?» «Это все круто. Новый квест, порядок и хаос. А ты мне патронов, может, каких-нибудь дашь, да?» «Нет, ни хрена не дашь. Я так тебя и понял. Что ж, печальненько. Ладно, извини, чувак, я-то твою машину сопру. Ну, мне придется. Ты уж извиняй. Пешком ходить не буду. Трейлерный парк. Хрен его знает, где этот трейлерный парк на самом деле. Так, опачки. Так. Давайте вот тут высадимся, посмотрим, что у нас тут. Ой, чуваки, я пошутил. Я не хотел к вам заходить вообще. Мне у вас не нравится. Нифига, а чё с ними? Они не убиваются даже. Эй, вы чё, блин, бессмертные, что ли? Какого хрена-то? А у меня патроны кончились. Бита. Да пошли нахрен. Чё вы за мной бегаете-то, алё? Хватит. Мне заряжаться геморройно. О, один сдох. А ты чё? Самый умный, что ли? Топор. Ну, топор лучше бейсбольной биты. Так, все, погнали, посмотрим, что тут они охраняли. Чувак, серьезно, что ли? Вы меня вообще пустите к себе или нет? У меня как бы патронов-то не до хрена, чтобы вас так постоянно мочить. Все? Все успокоились? Так, тут у нас какой-то домик, и тут по-любому что-нибудь должно быть интересненькое. Какая-то, слушайте, это какая-то нарколаборатория, походу, тут. А насколько это похоже? И что-то тут... Чё? Куда пройти? Опа. Чувак. Ой, бежим, нифига они меня чуть молотом не долбанули. Или что у них там? Топоры. Одного замочил. Да блин, ой, нифига, там еще какой-то типа босса. Какой-то вообще дикий тип. У него маска прям сильно отличается. Смотрите, вообще какой-то дикий чувак. Так, он что-то за мной бежит вообще. А, все. Вот так вот, да? Слава богу. Так, ну вроде все. Со всеми тут в этой деревушке сумасшедшие разобрались. Дед вообще бесстрашный, у него стальные яйца. О, я еще и прыгать могу. Ай, блин! Дед. Ай, блин, да куда ты стреляешь-то? Так неудобно на геймпаде целиться. Тут то есть помощь при прицеле. А, у меня патроны кончились. Зашибись. И что у меня? Вот эта тыркалка, которая ни хрена не помогает вообще. Все, и она закончилась, да? Топор остался. О! А, все. Я же забыл, что я еще и бомбу могу класть им под ноги. Да, к управлению надо тут привыкнуть, и в принципе нормально будет. Уху! Нифига, у меня дед прыгает, как камикадзе прям. Нереальные прыжки. Так. А, ну что-то тут, кстати, очково. Ходить очково тут, ребята, вас что-то тут очень много стало. Ай. Так. Аптечку взял. Всех замочил. Я красавец. Ё-моё, блин, тут темень какая-то, ни хрена непонятно, что тут происходит. Зато куча ящиков есть. Броник, пистолет. Так, вообще, слушайте. И тут хорошо. Ой, какая-то жижа. Так, блин, тут бы не заблудиться. А, ну в принципе тут у нас тупик. Сильно далеко не уйдешь. Главное, чтобы эти все говнюки меня не зажали.
Вот так бомбочки под ноги бросил. И спокойненько бежишь. А блин, у него глаз светится в темноте. Прикольно. Блин, я в какой-то тьме вообще. Так, чувствую, сейчас будет тут... Босса не будет тут. Просто так как-то камера начала отдаляться. Я уж подумал сейчас на меня... Так, я кого-то тут заметил. Опачки, не ожидал. А я знал, что ты за мной пойдешь. О, ништячок, еще что-то подобрали. Так, что мы тут сможем найти? Опа, в доме есть... В доме есть ништяки. А. О, серьезно? Фермер сраный говнюк меня застрелил. Ни хрена себе. Мы его даже топором не смогли замочить. Жалко. Ладно. А, все, блин, мы еще с этой будки начинаем только. Пипец, мы столько там чуваков убили. Ладно, ребят, на этом все. Обзор игры завершен. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии. Залетайте во все другие соцсети. Ссылки на них в описании под видео, потому что неизвестно, сколько YouTube еще проработает. А там вы будете со мной всегда оставаться на связи. В общем, пишите комментарии, как вам игрушка. Интересно узнать ваше мнение, потому что мне она понравилась. Я на самом деле не очень люблю выживалки, но вот это сделано прям прикольно, и в нее интересно играть. То есть тут и юмор такой подобран, достаточно неплохой. Управление более-менее адекватное. И интересно, вообще просто реально интересно в такую поиграть. Если вам тоже будет интересно прохождение этой игры, то в принципе можем потихонечку ее начать проходить. Так что обязательно напишите об этом в комментариях, если много желающих наберется, почему бы нет. На этом все, ребят. С вами был Пип. До скорых встреч, увидимся. Пока.